Мне выпало счастье Христу прикоснуться. Мне выпало счастье поверить в Него. Бывает, друзья лишь друзьями зовутся, и только до случая чаще всего. А Иисус не такой. Я узнал это лично. Люди где-то обманут и где-то польстят. Он же любит. Он бездна любви безграничной. Наши странности Господа не тяготят. Мы можем вспылить и кого-то обидеть. С домашними можем в молчанку играть. Нам тех, кто обидел, не хочется видеть. С виновных грозимся три шкуры содрать. А Иисус не такой. Я узнал это лично. Нам рубаха всегда ближе к телу своя. А Ему люди дороги, все без различия. Он и добрым, и злым отвечает, любя. Мне выпало счастье в Иисуса поверить. Его доброте я годами учусь. Но сколько земные дороги не мерить, никак до любви этой не дотянусь. Да, таков Иисус. Я узнал это лично. Все мы есть и останемся просто людьми. Он же грешных всех нас любит так безгранично, что назвал и считает своими детьми. Мне выпало счастье Христу прикоснуться. Мне выпало счастье поверить в Него и сердцем в мир вечный Его окунуться. Все это мне в жизни дороже всего.